Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Мертвую ночь». В последней серии мы ходили по каким-то совсем уже бредовым местам, галлюцинациям. Надо сказать, это было довольно-таки жутковато. В итоге мы подошли вот к этой двери. Это у нас, судя по всему, лифт. Судя по цифре 2, мы на втором этаже. Это еще одна отсылка к Silent Hill, к его госпиталям. Нам, по идее, нужно на первый этаж, я так понимаю. Или на третий. Давайте на третий тихо. Отлично. А как мне вернуться? А вон у нас кнопка лифта. У нас лабиринт похож какой-то, что ли? Жутковатый. Хорошо. Нам нужно просто нажать эту кнопку, я так понимаю. Сюда явно падать не надо. Ни хрена не видно. Какая-то записка. Мы сможем ее взять сквозь? Нет, не сможем. Так, блин. Ничего не понимаю. Да нет же. Может, все-таки отсюда? Ну что, попробовать? Нет. Это, по-моему, плохо кончится. Давайте попробуем. Да? Я и так уже упал. Тебе надо вспомнить, они пишут. Ладно, вспомним со временем. Так, где я? Я, собственно, у выхода. Отсюда путь у нас ведет. Отсюда путь у нас ведет в никуда. Может, мне как-то дернуть надо в эту цепь? Нет. У нас есть дорога туда, она заканчивается тут. Тихо. Нет, показалось. Она заканчивается пропастью. И у нас есть путь сюда. Но тут тоже у нас тупик. Кроме того, у нас есть вот такой вот выступ. Но, к сожалению, это нам ничего не дает. Что ж такое? Ой. Что-то я... Что-то я запутался. Ёлки-палки. Лес густой. Выпустите меня отсюда, пожалуйста, а? Ты тут что делаешь? Твою мать, ты откуда тут взялся? Тебя же не было вроде только что. Или ты был? Или не было? Я уже ничего не понимаю. Может, тут как-то заскриптовано, что надо несколько кругалей сделать? Потому что я вроде все обошел. Ну, давай, давай дотянись. На кой хер я вообще сюда приехал? Я не вижу тут ничего полезного. Ой, сейчас батарейки кончатся, наверное. Ах.
Так, что у нас в итоге тут? Вот мы так выходим, отсюда мы можем попасть вот сюда, но здесь у нас, кроме вот этой вот дычки в полу, нет ничего. Так что это нам не полезно. Кроме того, когда мы выходим в это открытое пространство, у нас есть проход туда. И у нас есть проход туда, к пропасти. А, подожди. Тут же только что вроде было закрыто. Или мне показалось? Что происходит вообще? Куда я попал? Ладно, хоть батарейки даете. Какое-то кольцо. Морфин. Батарейки. Кольцо, серебряное кольцо, отражение, на нем нацарапана надпись внутри. Интересно, зачем оно мне может пригодиться? Все-таки не зря сюда пошли, не зря. Так. Давайте возьмем лифт. И что? Я это все еще не могу взять. Ой, нет, 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 нет. Что пишут? Я нашел свою любовь. А, я нашел его, моя любовь. После того, как я искал внутри него, они поймали меня, когда я шарился в его кабинете. Они нашли и забрали мое кольцо. Мое кольцо, полное моих воспоминаний, что ли. Если у меня нет кольца, которое я мог бы надеть, зачем мне пальцы? Что-то начинает проясняться, зачем тот паренек отрезал себе пальцы. Что-то начинает проясняться. Интересно, зачем он отрезал себе руку? Теперь на первый, видимо. Подожди, а может то кольцо на втором этаже? Там же рука была вытянута, ты можешь туда положить? Да. Ладно, давайте первую посмотрим. Что у нас тут? Я сделал это ради своей любви. Я любил ее так сильно, что я даже дышать без нее не могу. Когда они притащили меня сюда, они рассказали мне, что все будет в порядке. Я думаю, что это неправда, что это нонсенс. Они никогда не поймут меня. Это я знаю наверняка. Вчера они забрали мое кольцо и заперли его. Надо было прятать его лучше. Это было единственное мое воспоминание, оставшееся от нее. Они сказали, что это часть прогресса моего лечения. Кто сказал, что я хочу иметь какой-то прогресс в этом лечении? Я хочу просто назад свое кольцо. Мое кольцо с ее отражением, что ли. Сегодня я сделал это. Я сделал это ради тебя, моя любовь. Я взял нож и поискал кольцо внутри него. Но кольца там не было. Я найду кольцо. Я думаю, найду кольцо в его кабинете. Он все время запирает свой кабинет. Оно должно быть там. Так вот, что натворил этот парень. Так. Очередной пазл, похоже.
Но я думаю, второй раз не проканает методом случайного набора. Поэтому пойдемте в тот конец этого помещения. Тут лежат трупы. Я уже привык к такому. Это меня не особо пугает. Картина. На картине пирамидоголовый. Но теперь никаких сомнений в том, что автор вдохновлялся Silent Hill. Тут нет. Что-то за картиной. Видимо, картину надо сломать. Надо взять что-нибудь тяжелое и долбануть по ней. Но я не думаю, что это особо тяжелое. Но давайте попробуем. Смотри, да, какая-то веревка. И чё? Ага. Ну, в принципе, это было логично. Так, римские цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видимо, в таком порядке надо нажимать. Один, два, три, или два, три наоборот было. 4, 5, 6. Блин, сейчас, секунду. У меня зрительная память не очень хорошая. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, три. 4, 5, 6. Блять. Бляха-муха. И чё тут? Еще кольцо. Кольцо воспоминаний. Теперь у меня целых два кольца воспоминаний. А на этом написано отражение, на этом воспоминание. Чем это может мне помочь? Но я так думаю, что мне теперь на второй этаж в ту руку, что ли, положить это все. Ладно. Ладно. Подожди, а вы были тут, нет? Так, воспоминания. Или может отражение? А, оба. Ну ладно, хорошо. Это было несложно. Твою мать. Опять эта шиза начинается. Да что ж такое? Чудище из амнезии лежит. Thank you.
Что такое? Какого хрена происходит? Смотри, живой. Но как сказать живой? Не мертвый. Я манал. Чё, мне как мне на ту сторону забраться? А, вот. Фух. Психиатр спросил его имя заботливым голосом, он открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил психиатр. «Я в порядке», — сказал он. Он соврал. Но до конца опять я дочитать не успел. Довольно-таки светло и приятно, надо сказать. Надеюсь, это хорошо? Или это плохо? Я уже ни в чем не уверен в этой игре. Так, отвертки у меня нет. Морфин. Надо откопать себе проход отсюда. Бесполезно. Замок сломан. Какая-то гробовая тишина. Гробовая тишина — это плохо. Да чё плохо, это хорошо. Это, по крайней мере, не шизовые звуки, которые там были. Замок сломан. Не двигается. Свали с дороги. Нет тут ничего. Но такие пустые помещения огромные, в которых ничего не происходит, будут делать только модмейкеры. Потому что профессиональные разработчики, знаешь, такие вещи делать глупо. Это что такое за стеной там? Маяк, что ли? Или что? Это какая дверь? Но не поддается. Это тоже. Так, тут уже потемнее. Ванная комната. Уф-уф-у. Кровище. Слишком горячо, не могу притронуться. Что-то там есть. Холодную воду можно включить? Нет.
Ой, что я с фонариком-то хожу? Трачу драгоценные батареечки. Так, ну я так понимаю, что мне надо где-то выключить воду, что ли? Или что? Видимо, да. Кипяток. Стул. Кто сюда поставил табуретку? Регрессия. Однажды пациент раскрылся мне, сказал следующее. Все люди живут, опираясь на их знания и предвидение. Perception, по-моему, предвидение. Я, честно говоря, у меня опять голова плохо работает, и я не хочу это переводить. Простите меня. Так, ну нет, по-любому надо что-то делать похожее в ванной комнате, потому что тут-то у нас прохода нет. И вообще сюда не хочу. Так, чем же мне можно тебя достать-то оттуда? Может мне расшибить вот это? Не поддается. Так, ну что я могу сказать? Пока что я не понимаю, что нам надо делать. Может, лапы за лопатой сходить? А вот, я же одну крутил, а вторую не крутил. И чё? Водичка-то всё равно не идёт. Ах, горячо. Так, что мне с этим надо сделать? Пойдемте назад, может там что? Может где-то надо воду дать? Водоснабжение. Блин, может мне взять что-нибудь, чтобы выломать дверь, скажем, за той лопатой сходить таки. Во! Это может куда-то пригодиться. Но явно не сюда. Пусть пока лежит. И не сюда. Не сюда. А вон, ты посмотри, да? Что-то я наверх не смотрю, а там у нас что-то вывалилось прям. Не совсем понимаю, что мне надо делать. Давайте попробуем подергать все вентили. Нет. 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 Возможно, мне все-таки ту старинную дверь как-то надо лопатой разломать. Не знаю. Не знаю. Не понимай, моя твоя, не понимай.
Так, труба. Блин, ты посмотри, а. Где там лопата-то была у нас? А, вот она. Только что-то мне сдается, что это бесполезно. Нет, сюда она не лезет, к сожалению. Может быть, сюда как-нибудь. Ага, понятно. Хрен там, как говорится. Да, но явно не в ней дело. Блин, что делать? Не люблю затыки. Эй, я теперь этот камень не могу достать, что ли? Да вы гоните, что ж происходит? Так, тихо. Как я ошпарился-то. Да уж, блин. Так, может наверх что закинуть? Хрен бы там. Да что ж такое? Чё, мне сантехником надо быть, чтобы понимать, как тут что работает, что ли? Так, ну я так понимаю, воды тут быть не может, потому что труба-то поломана. Если я все правильно понимаю. Давайте попробуем, просто покрутим все вентили, что ли. А, тут еще и поверху есть. Как я их не разглядел. Так, ну тогда давайте у этой попробуем также сделать. Ага. А у этой такого нет. Это печально. И у этой тоже нет. Фу. Я застрял. Я застрял. А, даже не знаю, что делать. Вообще ума не приложу. Так что, наверное, я думаю. Тихо. Нет. А, наверное, давайте-ка мы. Прекратим на этом эту серию. Я что-то не люблю так застревать. Я спрошу у людей, проходивших, что в этом месте надо делать. И со следующей серии продолжим. Так что вот. В общем, надеюсь, вам все понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.